Место для мемориала было выбрано не случайно. Именно здесь абхазские ополченцы встретили первый бой во время Отечественной войны народа Абхазии. Бойцами были подбиты 3 вражеских танка. По словам главы села Маркула Анри Хурхумал, ранее ветераны установили на этом месте камень, чтобы в дальнейшем возвести памятник. Брат Абсаром Гина Сайджика Арахпуриджа Адгалара Ахцейд. Нас Кара Хадарахе, Уахвид, нас Абас Хагуитозен, Хадзгалара Дудза Арцейд, Хагугуит, Чебра Южеванза, В напоминание о подбитой вражеской боевой технике частью композиции мемориала станет установленный на специальном постаменте танк. Для этого проведены необходимые работы. Залили бетонный постамент, также установили цоколь ограды. Далее будет произведена укладка брусчатки, установлены фонари и лавочки. И в самом конце на место будут помещены мемориальная плита и танк. Территория мемориала также будет озеленена, вокруг будут высажены деревья. Цокольную часть под ограду уже залили, залили под танк, где будет установлен танк, танк или БТР, что-то будет уже на усмотрение, наверное, села, скорее всего, где-то около 300 кубов нужно будет засыпать. И сегодня мы, наверное, завершим это. Строительные работы идут по графику. Нехватки материалов и финансирования нет, отметила Астамур Кюкескири. На строительство мемориала из республиканского бюджета выделено почти 4 миллиона рублей. Согласно условиям договора, все работы должны быть завершены к концу августа. Сария Кварцхеля, Лаура Капш, Саида Гухава, Абхазское телевидение.